В Нижневартовском районе двое сотрудников подрядной организации получили серьезные ожоги из-за хлопка газа. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления СКР. По предварительным данным, это произошло во время осмотра газового сепаратора. Внутри емкости находились двое 27-летних сотрудников подрядной организации. Их госпитализировали с тяжелыми ожогами. Еще двое работников нефтедобывающего предприятия, на территории которого это произошло, получили незначительные травмы. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия, тяжесть вреда здоровью пострадавших, устанавливают виновных. По результатам проверки примут процессуальное решение.